Всем привет, меня зовут Соколова Катерина, я преподаватель йоги и танцев Travel Fusion. Сегодня я хочу поделиться с вами одним из движений из танца Travel Fusion, которое называется «Волна руками». Мы сделаем несколько подготовительных упражнений к этой волне, разработаем руки, и затем перейдем, собственно, к самой волне. Для этого вам понадобятся только ваши руки, ничего больше. Итак, давайте для начала потянем пальчики так наверх, затем вниз, одной рукой, и другой рукой сделаем то же самое. Вниз. Затем переплетите руки. И сделайте такое движение, одно запястье поднимая наверх. Пропускаем вниз, в другую сторону. Делаем это несколько раз. И так. Теперь руки вот в таком положении. Локти ваши не двигаются. Двигаются только запястья. Делаем волну запястьями. И в другую сторону. Отлично. Хорошо, можно еще разочек. Так и так. Пустили руки, встряхните. Ну и может быть еще одно подготовительное движение. Давайте попробуем. Руки сложите в намасте. И толкайте одной ладошкой другую ладошку. Делайте это несколько раз. Такая волна у нас получается. Все животные собрались со мной, кошка, собака. Отлично, расслабьте руки. И сама волна. Повторяйте за мной. Руки находятся в таком достаточно сильном напряжении здесь всегда, когда мы танцуем. Аккуратно, медленно выпускаете свою волну руками. Давайте еще чуть-чуть. Чувствуйте пальчики. Держите руки очень близко к себе, чуть-чуть подальше от себя, как будто бы вы обнимаете шар. У вас было здесь пространство. Не выжимайтесь, плечи опущены вниз. И это движение, что самое хорошее, при практике этого движения вы можете делать его везде, где угодно. Я когда начинала танцевать тревел, я делала его в кафе, пока ждала метро, в автобусе можно поделать, его можно поделать. То есть везде, где у вас есть свободная минутка. Хорошей вам практики. До свидания.